И всем привет, ребятки, мой канал, с вами я, Бравлесник. Мы с вами будем играть Бравл Старс. Да, ребята, на режиме разгром Супер Сити. В прошлой серии мы прошли мастера, но не смогли безумие пройти. Мы попробуем. Я безумие четвертым прошел, да, и обратно туда вернусь. Да. И пройду безумие опять. Хочется сильно. Да. Кто бы хотел пройти безумие опять? Конечно, все. Я не понимаю, блядь, как они проходят вообще безумие 12, 13. Конечно, они кто оптимально 50 сил попадаются. И нормальные игроки. О, теперь хильщик у нас теперь. Вон иди сюда, трусливый кролик. Трусливый кролик, иди сюда. Придется здесь. Ой-ой-ой-ой. Это моя ульта или нет? За помочь ей. На 2%. Да. Отвлек немного. Сейчас... Хилку сделаю. Давай, держи. Беги просто, Тара. Просто беги. Тара, беги. У меня другая замена за мной пришла. Давайте. Давайте убивайте. Как вы не можете убить? Ну, ах, вам. Как ты не можешь давать? Давай, давай. Да. О, минус Тара. О, ну все. А мы можем пройти безумие. Мы можем пройти безумие. Нет, были. Давайте убиваем. Давайте, давайте. Да! А как его не использовать? 4%! Мы должны убить! 3000! Да, мы выиграем! Слово даю! Слово Аллаха даю! Есть! Прошло безумие! Теперь безумие 2 нас ждет. Есть. Я рад, я теперь рад. Что еще там? А, ну ничего. Что еще сделать? Безумие уже прошло. Почему только разыграем Супер Сити? Раньше... А где бой с боссом? Где большая игра? Где роборубка? Ух, ладно, еще раз. Еще. Будем... Раньше он зависал. Это такая была рай. О, усиление. Ребята, слушайте меня. Когда 2-8 с усилением, они не даются. Они не даются просто. Просто сильнее всего. Давай. Давайте убиваем.
Я вот здесь буду. Вдруг... А, нет. Большая разница здесь. А! Почему я... Я же скилку поставил. А, просто сультоны. Я не успел там. Стоп. Давайте, давайте. Давайте, давайте, у меня два зарядок. Давайте, просто убивайте. Убивайте. Да, силу. О, нет. Он бешеный свет. Я смог выжить. Еще одна секунда, все, я уже выжил. Точно не миллисекунда, но секунда точно. Он больше разрушил, не давайте ему. Да зачем вы эту ставите? Там обоим усиление не дается, не увеличится усиление. Да ебой. Нормас. Можем пройти. О, сейчас улетит. Давайте. Давайте. Давайте убиваем, убиваем. Убиваем, просто убиваем. Надо убить, надо убить. Убиваем, убиваем, убиваем. Не надо ему давать. Где же хилку? Хилку! Ну хилку как? Он только прыгает, он только прыгает. Просто стреляйте. Просто ему стреляйте. О, нет. Восемь. Как? 11%. Ладно. Были шансы. Были. Даже большие. Ну... Наиграли. О, пам-пам, смотри. У него на одну силу. А почему я не улетел? Давайте убиваем, убиваем. Надо убить. Просто убиваем. Так, хорошо снесли мы. Но на 10% меньше. Сейчас будет нормально. Я отсюда буду стрелять. Потому что дает усиление. Нам главное здесь урон. О, нет. Давайте, 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 убиваем, убиваем. Держи хилку, братан. Нет, зря я, зря. Давайте, плюс убиваем. Ой-ой. И бегу к вам. Нет, я умру. Нет, я выжил. Я просто выжил. Спасибо. Надо Пэма спасать. Давайте. Пэм. Ладно. Ой. Ну давай, молодец, Пэм. Убиваем, есть. Ну давайте, убиваем. У нас есть шанс убить его. Мы его больше снесли, чем он дома. А там неровности. Там где-то 97, 98, 90. Есть, есть. Ну теперь на нас будет атаковать. Давайте, давайте. Бежим. Нет, возьми его там убивать. Давайте. Да, ебой. Нет. Нет. Опять 11%. Опять. Ладно, ребята, у нас видео это кончается. В следующий раз.
в следующей серии мы сможем пройти. Но с вами подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. С вами был Бравлесик. Всем до скорой встречи. Пока!